понимаешь? Что ты молчишь? Оглухел, что ли? Онемел. И онемел, и оглухел одновременно. Ты что, не видишь? Он перед нами дурака валяет. Ничего. Я не понимаю. Дурацкие ваши правила. Том, подожди. Ну что тут непонятного, Крюков? Не отвлекайся. Слова с суффиксом «е-н-н» всегда пишутся с двумя буквами. А ты в диктанте написал «полуденное солнце» с одним «н», «обыкновенный ребенок» опять одно «н». «Е-н-н», понимаешь? С двумя «н». С двумя! Да? А почему тогда вареный, паленый, мудреный? Все с одним «н» пишется! Крюков, при чем тут вареный? Это же буква «ё». Так та же буква, только с рожками. Чем? Ну, с точками не придирайтесь. В газетах вообще точек над «ё» не ставят. Причем тут газеты? Ты что, издеваешься над нами? Мы с ним мучаемся тут, а он нас путает нарочно. Ничего я не путаю. Вот, пожалуйста, орфографический словарь. Тебе говорят, это другая буква. На «ё» другие правила, понимаешь? Не понимаешь. Ты чё? Хорошо. Хорошо. Е-н-н говорите, да? С двумя «н», да? Одну минуточку. Сейчас. Секунду. Вот. Вот. Ветреный. Раз. Меченый. Два. Специально выписал. Объясняйте. Вот ты действительно... Ветреный. В одно ухо вдувает, из другого выдувает. Меченый. Кирпичом по башке. А вы, дуры, обыкновенные, с одним «н». Ха-ха-ха! Это что еще такое? Я спрашиваю, в чем дело? Эдик, Николаевна. Беспредел. Форменный. С двумя «н».